Дело в том, что для меня в какой-то степени это новое, поскольку я на разной аудитории работал, из разных театров и из разных стран. Это был опыт. А вот чтобы в такие сжатые сроки, чтобы сосредоточить внимание разных театров, разных направлений, разной культуры, тем более здесь много представителей национальных театров. Конечно, приходится что-то корректировать, но это удивительно интересно. И самое главное, это полезно не только тем артистам, потому что приезжают не только молодые, но и с опытом, но и самим педагогу, который проводит этот мастер-класс в лаборатории. Но самое главное, вы знаете, что в этих лабораториях? То, что сегодня Союз театральных деятелей придумывает новые формы. Это и летняя школа, и вот эти лаборатории, которые не дают актеру застояться, о том, что новый импульс, есть другая школа, другая методика работы, есть другой звук и понимание профессии. И вот в этой лаборатории мы попробовали вспомнить самую главную страницу системы Станиславского, когда забывают все актеры, работа актера над ролью и над собой. Актеру нужно в замысле режиссера и художника визуального ряда все-таки построить свою роль и по школе Станиславского и найти ту изюминку, которую ни один другой актер, ни с другой индивидуальностью не сделает так, как он. Вот это самый главный манок. А что такое педагог? Педагог – это должен обмануть студента и слушателя, увлечь его, заинтересовать, и чтобы тот увлеченно занимался профессией. А нашей профессией творческой должны заниматься только увлеченные люди.